Девчонки, всем привет! С вами Леся, и посмотрите на эту красивую коробку. И да, сегодня у нас будет Look Fantastic Beauty Box, и это у нас декабрь месяц. Посмотрите, какое классное оформление, мне кажется, еще реально такого красивого оформления коробки не было никогда. Обычно я просто эти коробки выбрасываю, ну, к чему мне их складировать, если все равно, да, я их постоянно получаю, но эту коробку я точно не выброшу. Посмотрите, какая она красивая. Тут, ну, просто произведение искусства. Давайте будем разбирать состав. Да. Здесь, конечно же, был журнал, но журнал я отдала дочке благополучно. Как всегда, он уже истерзан. Здесь у нас буклет. В этом буклете описание продукта. Вот такой вот код. Кому интересно, можете использовать. И здесь также есть затравочка на следующий месяц. Это вот такая вот сыворотка. Миниатюрка будет 10 миллилитров. Так что да. Ну что ж, приступим. Давайте начнем с продукта, который был заявлен. Мы знали, что в этой коробке будет полноразмерная палетка от марки Sleek. И это палетка теней Eye Divine и оттеночек 601, да, Eau Naturelle 601. Вот так вот она выглядит, девчонки. Конечно, это круто, да, получить полноразмерную палетку, либо же хайлайтер, ну вот что-то такое, какой-то декоративный продукт. Я вообще больше радуюсь декору в коробках, чем уходу. Но, к сожалению, лично меня эта палетка абсолютно не порадовала. Кстати, с маркой Sleek я особо и не знакома. Так что мне бы хотелось, наверное, потестировать их тени. Но, к сожалению, не в этот раз. Нет, у меня были какие-то палетка, хайлайтер, бронзер, румяна. Я хайлайтер и бронзер пробовала. И как-то вроде бы что-то для губ когда-то мне дарили. Ну, в общем, так вообще, можно сказать, не знакома с маркой. Конечно, вот сама палетка мне нравится. Очень стильно, такая черная, красивая. Здесь большое зеркало у нас. Также пленочка есть защитная с описанием оттенков. И, собственно, вот так вот эта палетка выглядит внутри. Как вы видите, она девственно нетронутая. И, девочки, вы не, пожалуйста, обессудьте, да? Но я ее не буду свочить и показывать вам свочи по одной простой причине, что эта палетка абсолютно для меня не носибельна. Здесь нет ни одного оттенка, который я могла бы применить в своем макияже, и это просто вообще не мой вариант абсолютно. Поэтому я свочить не буду, открыла вам, показала, и эту палетку я лучше кому-нибудь подарю, кто, ну, любит такие нюдовые, да, наверное, палетки. Я такими оттенками не крашусь, так что мимо-мимо. Хотелось попробовать, но, увы. Кстати, я видела, что девочкам не только 601 оттенок проходит, но тоже какая-то нюдовая палетка, но там все-таки поинтересней. Оттенки как-то розовых больше, а тут прям такая скучная-скучная палеточка, поэтому, да, продукт для меня мимо. Следующий продукт, который для меня мимо, и вы знаете, как я за то, чтобы были какие-то аксессуары в коробках, это здорово, да, но, блин, не накладные же ресницы, это вообще не мой вариант, для меня вообще неприемлемо накладные ресницы, накладные ногти, вот что-то на себя наращивать, налепливать, прицепливать, приклеивать, это абсолютно не мое. Я, ну, просто перестану себя уважать, если буду таким заниматься. Вы уж, ну, поймите, что это моя, как бы, точка зрения. Я не понимаю, для чего это все, когда у нас есть свои ресницы, которые можно просто накрасить, либо же свои ногти. Ну, камон. Поэтому я понимаю, да, кто снимает видео, делают такие более драматический эффект, но нет. Я тоже не буду это скрывать, я это кому-нибудь отдам, кто может такими вещами балуется. Следующий
Продукт это подводка от марки Ейка, черная, и вы видели, что я приобретала лимитированную коробочку, которая была приурочена к черной пятнице, и вот там тоже попадался маркер Ейка для век, но я его так еще не открыла, потому что у меня есть тот маркер черный, которым я пользуюсь сейчас, и я не буду открывать другой, пока не использую этот, потому что, ну зачем, ну черный есть черный, главное, чтобы было удобно. Поэтому да, я вам сейчас открою, покажу, но в любом случае это у меня уйдет в запас, я такими вещами пользуюсь, Black Magic, поэтому, в принципе, продукт неплохой, не знаю, что он у меня уже есть, ну ладно, ничего страшного, по крайней мере, этим я пользуюсь. Ладно, надеюсь, что будет хороший. Я говорила о том, что я хотела давно попробовать марку Ейка. Она специализируется на вот продукции для глаз, для ресниц, поэтому да. А следующее это у нас уход. Уже уход для волос. Такой вот BB праймер, защита. В общем, очень много описаний к этому продукту, очень положительных. Поэтому попробую. Здесь 30 мл, очень крутой объем. Масла здесь в составе и как термозащита, и как праймер, и как уход. В общем, очень-очень много о нем пишется. Поэтому, да, попробуем. Следующий у нас продукт, это идет пилинг-скатка. Нужно нанести на 3 минуты. Так, давайте марки рассмотрим, а то... Вот, Bubble. А, кстати, мне эта марка уже попадалась где-то в чем-то. И это марка Real Chemistry. Это 3-минутная пилинг-скатка. То есть нужно нанести на сухое лицо на 3 минутки, а потом скатать. Достаточно большой объем, как для пилинга-скатки. Сколько здесь у нас литров? 20. 20 миллилитров это очень даже неплохо, потому что пилинг-скатку нужно наносить тоненьким слоем, иначе она просто не скатается. Ну, тоже попробуем, почему нет. И следующий продукт от марки Pry, 10 миллилитров, это крем Platinum, вот такой вот, крем для лица. Тоже хорошие там обещания, заявления, в принципе, неплохой объем, 10 миллилитров. Девочки, мне, наверное, этого продукта бы вот днем, ой, утром и вечером, наверное, месяца на 2, на 1,5 точно. Ну, хватает, да. Поэтому, ну, наверное, тоже попробую. В принципе, это все. И такие мои личные выводы. Коробочка меня не зацепила. Чтобы так сказать, что я прям. Конечно, если бы я не покупала чернопятничную коробочку, я бы сказала, что для меня самый интересный продукт здесь подводка. Поэтому, ну, могу ее выделить. Два продукта абсолютно мимо. И получается 4 продукта, которые я могу хоть как-то использовать. Ну, честно говоря, такая себе коробочка. Мне думалось, что перед праздниками будет что-то поинтереснее, поярче. Ну, ладно, что имеем, то имеем. Все всегда, знаете, как-то... субъективно, кому-то что-то нравится, кому-то нет. Иногда я получаю коробку, говорю, вау, это самый крутой состав, который может быть, куча декора, ярких, красных, чего-нибудь, хайлайтеры, да, кто-то говорит, о, опять хайлайтеры, лучше бы сыворотка для лица. Но, знаете, это все как бы, ну, индивидуально, поэтому мы знаем, что покупая коробочки, подписываясь на них, это всегда некий сюрприз, некая неожиданность и удивление. Ну, 4 продукта, по крайней мере, я могу использовать, а 2 я, думаю, кому-нибудь передарю. Это все. Всем спасибо за внимание. С вами была Лиза. Всем пока-пока.